Здравствуйте, уважаемые блогеры. Сегодня 5 ноября. Снег, понедельник, сегодня выходной день. И вот сегодня у меня в 7 часов интервью журналу «Малина». Такой, знаете, в Перми достаточно гламурный журнал, очень такой своеобразный и так далее. И вот они попросили мне дать интервью. Я даже не понял, чем я смог их заинтересовать. Потому что понятно, что мой формат немножко не вписывается в их тематику, там очень хорошо иллюстрированный, очень, так сказать, гламурный для соответствующей публики и так далее. Но вот они попросили, и мне даже самое интересное, чем я мог их заинтересовать. Вот в 7 часов, вот, сейчас сижу, жду, сейчас пойду и так далее. Ну, посмотрим, ну, так сказать. Видите, все-таки журнальное интервью — это не видео, не радио интервью. Там требует какой-то насыщенности, наполняемости. Ну, посмотрим, ладно. Вот такая ситуация сегодня в 7 часов. Спасибо.